YouTube-канал «Полезные советы» и Людмила Морозова предлагают вам очень интересный рецепт. Итак, запеканка из брокколи. Добрый день, друзья! Сегодня готовим запеканку из брокколи. Брокколи на небосводе капустных звезд является суперстар, потому что в ней очень много и полезных витаминов, и микроэлементов. В общем, она действительно звезда. Брокколи разрезаем на соцветия. Режем на более мелкие кусочки. Даже ножку мы будем отваривать. Бросаем капусту в кипящую воду. И варим 10 минут. Воду присаливаем. 1 чайную ложку соли на вот эту емкость. Лук-порей нарезаем полукольцами. Используем только светлую часть. Чеснок измельчаем, тоже нарезаем. Лук и чеснок обжариваем на оливковом масле. Воду с капусты сцеживаем. Нарезаем перец. Перец берем желтый и красный для красоты. Сугубо для красоты. Нарезаем не очень крупно, на кубики, и будем обжаривать вместе с луком и чесночком. Друзья,
Скажите, почему здесь нет специй? Нет, специй будет, естественно. Я беру тмин и беру орегано. Я их буду перетирать в ступке. А также петрушку. Мелко ее нарезаю. Вот сейчас, когда перетираешь эти специи, такой аромат стоит. Еще добавим паприку и черного перчика. Взбиваем 3 яйца. Вливаем в яйца 100 миллилитров сливок. Натираем 200 грамм сыра. Сыр добавляем к яйцам. Добавляем перец черный, молотый. Орегано и тмин. А также петрушечку нашу. На нагретую сковородку наливаем немножко масла, смазываем и выкладываем наши брокколи. В капусту всыпаем наши перцы с луком. Все перемешиваем. И заливаем яичной смесью с сыром. Смотрите, как красиво. Зеленая капустка, красный перчик, желтый перчик. Так, старайтесь равномерно это все распределить. И на небольшом огне оставляем до готовности. Посыплю паприкой. Под крышкой будет тушиться с полчаса. Запеканка готова. Она очень даже симпатичная, прожаренная. Такую запеканку можно подать на ужин.
Можно даже и не стыдно и гостям поставить. Что же, посмотрим, какая запеканочка внутри. Сейчас глянем. Вот. Пожалуйста. Вот такая она. Все здесь есть. И перчик, и лучок. Наша любимая капуста брокколи. Друзья, надеюсь, что вы поддержите мой канал лайками, комментариями. Надеюсь на обратную связь с вами. Приятного аппетита! Время готовить. Будем готовить вкусно и просто.